Вот он пришел, сел. Давай. Заложила. И вот она пошла. Световая. В самом начале? Да, когда вот мы вышли, Виталик. Да, подожди, немного разойтись в любом случае. Перестань. Сели и сидят. Все нормально, ты не переживай. Там все немножко начинают труситься, как будто с Олей. Почувствовали этот контакт. И от этого пойдет все дальше. Тогда будет работать. Как будто тебя Макс поцеловал. Пусть будет так. Конечно, Макс. У нас есть переходы, те, которые могут быть наполнены. А наполненные будут только вами. А почему вы так долго стоите с этой зажигалкой? Уже... Все, все лишние ушли уже со сцены. Сейчас остался Виталий. Для меня это знаковое событие. Я рад, что в этих номерах у меня не будет драмы. То есть эти номера все будут немножко эксцентричные, немного сумасшедшие. Ну, в общем, такие, какой и период жизни у меня в данный момент. А у меня есть любимый номер, но который я не танцую. Я бы хотел сказать про номер Оли и Макса. Для меня вообще честь работать с такими танцовщиками, как Оля и Макс. Может быть, дойти и потом вот отсюда. Блин, на самом деле такое ощущение крутое. А вот когда ты занимаешься именно тем, что хочется, ты получаешь те эмоции, которые, блин, ты всегда искал, ты всегда... старался их как-то штучно находить, я не знаю. И это прям вот я словил себе на мысли недавно, даже в зале, что вот эта тусовка, которая собралась у нас, эта команда, это прям было вот то, что я все время хотел сделать. Ну, именно вот личностно. Я хотел передать вот эту атмосферу им, другим людям. Ты меня люби. Ну, это и... Я буду паузы. Танцор. Как сказала Таня, хорошо, что мы танцуем. Меня зовут Антонио Рыбальченко. Сегодня у нас будет шоу. Relate — это про отношения между мужчиной и женщиной, про отношения в своей голове. О жизни людей, которые были возле меня, или я наблюдал за ними, или я смотрел, или я прям видел где-то очень близкие сопереживания, близкие истории людей, которые у них было что-то очень важное в жизни. Выступает замечательная артистка вместе с нами, Алаис. Настолько наши энергии совпали, настолько совпали наши настроения в творчестве. Родилось целое шоу. Каждая эта история – это такое откровение. Откровение, которое хочется о нем говорить. Ее нужно рассказать, чтобы выдохнуть. И это такой выдох, который будет сегодня на сцене. И выдох от каждого отдельно. На творческом пути очень ценю людей, с которыми мы созвучны. Созвучны вибрациями и намерениями, и стремлениями. Мне кажется, каждый человек из балета Козер Дэнс Театр как раз такой, как я, и я такая, как и они. Мы живые, мы хотим исцелять своим творчеством, и мы хотим делать то, что до нас еще никто не делал. Пускай это не поймут сегодня, но это поймут завтра. Обязательно поймут. Поэтому не будет останавливаться вообще. Я буду вам во время, возможно, говорить, если это нужно будет. Путь развития, может, как путь создания, сказал Вася. А я просто перевел на английский язык путь создания, way creation. И все, вот так. Мы сделали компанию, которая будет создавать в будущем огромные шоу, большие шоу, маленькие шоу, перформансы. И все, что связано с индустрией творчества, это все мы. Очень интересный у нас логотип. Масонский знак. Каждый видит в нем отражение частички себя. Вот, допустим, я увидел прожектор, который освещает все вокруг, держит все под контролем. Некий видит глаз, который все видит. Вася увидел человека, который держит на себе горы. Кучи. Да.
Спасибо. Спасибо. Эй, ты! Зажигалку! Все, что я хотел сказать словами, я не мог это сделать. И не могу до сих пор это. Реально, у меня есть проблема с этим. Я не могу говорить именно вот так, такими словами, как это происходит на сцене. И именно вот язык тела, язык того действия, которое происходит сзади, это именно то, то, что расскажет то, что я чувствую. И это самое главное. Браво, браво, и молодая энергия, каждый харизматичен, каждый был в своем образе, и мне очень понравилось, правда, это свежо, это эксцентрично, и я поздравляю Васю с тем, что, мне кажется, сейчас его время, его звездный час. У каждого человека в свое время приходит звездный час. И сейчас это его время, и пусть он берет жадно от жизни абсолютно все.